Международные отношения стали главной темой встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Фиделя Кастро. Лидер кубинской революции принял предстоятеля в своем доме. Переговоры проходили более часа за закрытыми дверями. В ходе своего визита глава Русской православной церкви возложил венок к монументу советским воинам-интернационалистам в Гаване, посетил реабилитационный центр «Солидарность» с Панамой для тяжело больных детей и вручил им подарки – проекторы, ноутбуки, коляски. На Кубе патриарх был удостоен высшей награды этой страны – орденом Хосе Марти. Особый опыт взаимодействия и сотрудничества двух народов остался в нашей исторической памяти. И глубокие симпатии Кубе и кубинскому народу всегда на протяжении последующих лет сохранялись в нашем народе. Я видел свой долг в том, чтобы поддержать эти настроения в нашем обществе и сделать все для того, чтобы отношения между нашими странами и народами вышли на новый, более активный уровень развития. А еще предстоятель побывал на концерте русской духовной музыки, который стал значимым культурным событием в Гаване. Визит на Кубу проходил в рамках пасторской поездки патриарха Московского и всея Руси в Латинскую Америку, в ходе которой состоялась историческая встреча с главой католической церкви Папой Римским Франциском. По итогам была подписана декларация с призывом объединиться против терроризма и прекратить гонения на христиан на Ближнем Востоке.